одна из главных туристических точек на карте Юго-Восточной Азии. Каждый год миллионы туристов приезжают на прекрасные пляжи Таиланда, чтобы погреться под теплым тайским солнцем и прикоснуться к удивительной культуре этой страны. Но не только природа и культура Таиланда привлекают иностранных туристов. Часть доходов туристического бизнеса Таиланда – это так называемый секс-туризм. Дело в том, что проституция в Таиланде не только узаконена, но и поощряется на государственном уровне. Едва достигнув совершеннолетия, молодые тайки выходят на панель. Они продают себя прямо на улице за смешные по европейским меркам деньги. Для тех, кто предпочитает нечто особенное, сексуальная индустрия Таиланда предлагает транссексуалов – мужчин, превращенных в женщин умелыми руками тайских хирургов. Проституция в этой стране популярна настолько, что сексуальные услуги готов предложить туристам любой житель Таиланда – от менеджера до разнорабочего. Предложения секс-индустрии Таиланда шокирующе разнообразны. В этой стране не только люди, но и животные торгуют собой. За небольшую плату турист может вступить в связь с приматом или хищником. Молодые аллигаторы отдают себя за бесценок. Тем, кому животный мир недостаточно интересен, секс-индустрия Таиланда предлагает морских жителей. Благо, что подводный мир этой страны чрезвычайно разнообразен. В злачных районах Таиланда похотливые секс-туристы могут удовлетворить свои самые неожиданные фантазии. За пригоршню батов можно провести ночь с одним из этих экзотических фруктов, даже не узнав его название. Но это еще не все. Не только живые существа и растения оказывают туристам интим-услуги. За деньги в этой стране можно вступить в связь с автомобилем. Машины-проститутки называются в Таиланде тук-тук. Они раскрашены в яркие цвета и появляются на улицах после захода солнца. Сколько стоит провести ночь с вашим тук-туком? Это будет стоить вам 300 батов. 300 батов. Как видите, автомобили-проститутки в Таиланде очень доступны. Человека, воспитанного в европейской культуре, обычаи Таиланда могут по-настоящему шокировать. Но мы не вправе судить традиции и устои другой страны. Хочется лишь посоветовать тому, кто решит отправиться в секс-тур по Таиланду, быть предельно осмотрительным в этой экзотической и шокирующей стране.